Мастер-класс Эдуардом Хайрулиным, руководителем пресс-службы президента Республики Татарстан, начался с приветственных аплодисментов студентов, которые очень ждали этой встречи. Эдуард Хайрулин рассказал о том, как начинал карьеру журналиста, какова была его роль на федеральных каналах, и уже после, когда он стал работать в одной команде с главой Республики Татарстан. Кажется, мне я больше сам хочу узнать, что их беспокоит, что они хотят знать и что волнует будущих журналистов. Насколько им интересно это дело, и поэтому тут моя функция скорее узнать, посмотреть в глаза и просто поговорить. В конце встречи студенты поинтересовались у спикера, как попасть на ведущие телеканалы и стать выдающимся специалистом. Регина Насибуллина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.